Объявлено количество потерь военных сил России в Украине. Об этом сообщает Минобороны Украины. Было заявлено, что к настоящему времени обезврежено 5840 солдат и 211 взято в плен. Кроме того, уничтожены 30 самолетов, 31 вертолет, 211 танков, 85 артиллерийских орудий, 40 реактивных установок, 3 зенитных орудия, 2 катера, 355 автомобилей. Расчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.